Наш добрый телеканал ТВ, Михалыч, говорим о погоде. На 21 марта все идет к лету, и это нас окрыляет. Партнер программы — клининговая компания «Дворецкий». Сделает вашу жизнь чище и уютнее. Узнай, что значит чистота. Наше радио в эфире звучит только русский рок. Улан-Удэ, настройся на 106.9 FM. Телефон рекламной службы 410-700. Ждем ваших звонков. Наш город. Наше радио. Улан-Удэ, 106.9 FM. Наше радио. Одно и навсегда. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа с помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования Santoema. Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560-500. По республике ожидается неустойчивая погода, переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха: северные районы — это Бургузин-Курумкан, ночью минус 21-26, днем минус 2-7, местами до плюс 3. Центральные районы: Селенгинский-Мухашибирский, ночью минус 13-20, днем минус 3, плюс 2. Южные районы — это Джидда-Бичуран, ночью минус 12-17, днем от 0 до плюс 5. По нашей любимой столице без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15 мороза, днем около 0. Атмосферное давление составит 724 миллиметра ртутного столба. Самый верный признак истины – это простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна. А ТВ и Михалыч говорим просто и ясно. Всего самого доброго. Мы любим вас.